Ранним воскресным утром на Графской пристани непривычно много людей. 14 июня для собравшихся не просто день города. Они пришли поддержать своих друзей и родственников, удостоенных чести быть награжденными почетными званиями заслуженных деятелей и работников предприятий и учреждений Севастополя. Волонтеры, руководители ансамблей, деятели культуры и руководители общественных организаций – все они проявили себя как люди, которым не безразлична судьба Севастополя и его жителей. В этот же день обновилась и доска почета города. Особое внимание на ней уделили нашим медикам, которым в этом году пришлось проявить стойкость и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Эмоции масса и эмоции все положительные. Я очень рада, что инфекционную больницу оценили по заслугам, увидели, что мы действительно стараемся на благо города, сохраняем жизни и здоровье севастопольцев, а также гостей города. Я хочу сказать огромное спасибо всему своему коллективу, где действительно один за всех и все за одного. В этот же день состоялась торжественная церемония запуска городских фонтанов. Среди них и новички на улице Большой Морской и на площади Ушакова. Вот этот фонтан, я надеюсь, нашим ребятишкам очень понравится. И это будет одним из любимых мест отдыха горожан. Поэтому всех приглашаю гулять по городу, пока еще соблюдая немножко социальную дистанцию, но радоваться лету, солнцу, морю, всему самому доброму. Праздничное настроение уже вышедшим на прогулку в центре города севастопольцам подарили мимы, которые организовали потешное водное представление. Масса эмоций, здорово все. Побольше бы таких фонтанов, чтобы дети могли освежиться, когда жарко. Конечно, радостно, даже нам в нашем возрасте. Как водичка? Полно, на самом деле. Скоро нагреется, будет лучше, наверное. Как вам праздник-то? Мне кажется, что лучше бы не могло быть. Мимы обрадовали? Ну, хоть не на руках таскают. Хорошо. Нет, целоваться не будем пока, что мы еще не так знакомы. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро.